В Ростове-на-Дону появился большой развлекательный центр «Вулкан Парк». 4000 квадратных метров развлечений. Зона активностей, веревочный парк, аниматоры и шоу-программа, комнаты для проведения дней рождений и семейный ресторан черноморской кухни. Вулкан Парк порадует вас огромной игровой зоной, веревочным парком и авторской кухней. Дети развлекаются, а родители наслаждаются кухней. Впрочем, подросткам и молодым людям без детей также будет очень интересно испытать экстрим в веревочном парке и вкусно поесть в уютной зоне ресторана. Мы несем такую концепцию, что вы приходите в детский парк, но детский парк, он только по ту сторону игровой стенки. В этой стороне здесь полноценный ресторан для взрослых, для всех возрастов. От 2 лет, так как у нас есть детское меню полноценное, правильное, из правильных продуктов, до 100 лет. Так же, как и игровая у нас, она начинается от 2,5 лет, от года точнее, и заканчивается на веревочном парке. Там тоже в 90 лет могут люди веревочным парком пользоваться. Мы хотим, чтобы родитель приходил именно в зону ресторана, питался блюдами высокой кухни, высокой авторской кухни, нашей кухни, которой мы гордимся, и также побочно мог оставить ребенка в игровой. То есть это как игровая комната в ресторане премиум-класса маленькая, но представьте, это же игровая комната, только на 4000 квадратных метров. А ресторан премиум-класса, он остается здесь. Для родителей очень важна эмоция ребенка. Мы, смотрите, даем эмоцию ребенку, а тут же сверху мы еще даем эмоцию родителям. Мы продвигаем эту концепцию, и для нас это очень важно. Также мы продвигаем концепцию того, что наша активная зона построена так, что они максимально увлечены там физически. Мы пытаемся их вытащить из гаджетов и отправить вот в то детство, которое было там даже в наше время, активное детство, физическое, там прыгать, скакать, кататься, то есть не цифровое, как сейчас. Сейчас цифровой мир, он, к сожалению или к счастью, но захватывает молодое поколение, а мы пытаемся оставить активную часть жизни. Но для родителей тоже очень важно находиться в комфорте и получать тоже правильную эмоцию. Поэтому мы несем ту самую правильную эмоцию высоким уровнем нашей кухни, высоким уровнем нашего обслуживания. То есть вы получите и обслуживание, и кухню высокого уровня, ресторанного, в детском парке. Уникальность данного проекта заключается в организации праздника под ключ. Теперь не нужно везти шары, торт, аниматоров из разных точек города. Вас встретят любимые герои в стильной тематической комнате, украшенной воздушными шарами. Гостей будет ждать красивый праздничный стол. Доброжелательный сервис будет сопровождать ваш банкет от начала до конца. Команда парка возьмет организацию праздника на себя. Ах да, они уже работают, а праздничное открытие будет 2 и 3 декабря. Мы вас ждем!